Скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорил, что не забудешь ласковых, радостных встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок голубой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня облик твой. Чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные плечи, девичьи речи помним в страде боевой. За них родных, любимых, желанных таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. За них, родных, любимых, желанных таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. И снова у нас в гостях Галина Ясная. Здравствуйте. Вот эту передачу вы решили посвятить Клавдии Ивановне Шульженко. Не совсем так, отец Анатолий. И Клавдии Ивановне в том числе. Я бы хотела посвятить сегодняшнюю нашу встречу 70-летию победы нашей страны в Великой Отечественной войне. И поговорить именно об этом. А вот эта сама песня... Скромненький синий платочек. Синий платочек, да. Синий платочек, да. И я как раз сегодня принесла именно эти песни, которые пела Клавдия Ивановна и пела вся страна. И хотела как раз и поговорить об этом. Что синий платочек стал не просто символом, он стал знаменем победы. Ведь вы знаете, что синий платочек... исполняли очень много певиц в то время. И тексты были совершенно иными. Пела Изабелла Даниловна Юрьева, пела Лидия Русланова. Но именно в 1942 году, когда однажды на концерте Клавдии Ивановне лейтенант Максимов во время концерта принес новый текст на эту замечательную песню, и Клавдия Ивановна именно в 1942 году исполнила ее, эту песню, и тогда еще был снят фильм «Концерт фронту», где... песня действительно зазвучала повсеместно благодаря кино. И я вот как раз и хотела сказать, и тогда вот именно «Синий платочек» стал тем знаменем победы, когда шли бойцы в бой, за «Синий платочек» одерживали победу и верили свято в то, что именно творчество Клавдии Ивановны Шульженко им помогает. Вы мне рассказывали историю про маршала Жука. Да. Удивительная была история. Это написано во многих книгах, энциклопедиях. И это как раз воспоминания самой Клавдии Ивановны, когда
почти в 44-м или в 43-м году, я в датах могу путаться, достоверно это можно будет узнать из первоисточников, но был такой случай, что в Чехии трое суток не могли взять наши войска огневую позицию. Что они не делали? И угрозы расстрелять, и угрозы попасть в штрафбат, все что угодно, но не получалось. И тогда командующий действительно принимает решение устроить концерт для бойцов. Приглашают Клавдию Ивановну. И после концерта, через 15 минут, когда бойцы пошли вот за синий платочек, позиция была уничтожена. И я хочу сказать, что творчество Клавдии Ивановны меня действительно заворожило, заинтересовало еще в 2005 году. Вот в одночасье, я считаю, что это тоже провидение Господа, торкнуло вот в одночасье. И я вдруг вспомнила о ее песнях замечательных. И, ну, поскольку консерватория за плечами, я стала искать энциклопедию. И в энциклопедии я увидела, что через год, в 2006 году, Клавдии Ивановне будет 100 лет. Как пройти мимо этого события? Конечно, я не могла себе такого позволить, и я решила, что во что бы то ни стало возродить ее репертуар. И концерты мои прошли и в Москве, и в Петербурге. Премьера состоялась в зале Чайковского с оркестром. И, кстати, даже мой сольный концерт, посвящен ее творчеству под названием «Голубка», прошел в концертном зале храма Христа Спасителя. И вы знаете, я была на Новодевичьем и поклонилась в пояс много раз и ставила за упокой души Клавдии Ивановны, очень много свечей молилась за это, потому что поистине ее творчество мне во многом помогло. Это и новый для меня репертуар. Это удивительные по музыкальному материалу и по поэзии. Это изумительные стихи. Вы знаете, ведь Клавдия Ивановна выверяла каждую песню, что называется, до последней буквы, до миллиметра. Это и «Синий платочек», у нее свой отдельный текст. И «Давай закурим», где у нее тоже свой был военный текст, и потом был текст после войны. Это и «Дядя Ваня», где также менялись слова по истечению какого-то определенного времени. Видимо, певица добивалась идеального звучания. И вот я это называю, сейчас это называется современным словом, 100% хит. Я думаю, что у нее было 500% хита. Она действительно добивалась, и песни были у всех на устах. Ведь, вы знаете, ее репертуар открыл для меня очень много возможностей. У меня появились свои поклонники, у меня начались регулярные концерты. И люди приходили в зал и благодарили за то, что я действительно исполняю этот репертуар. Я всегда предупреждаю, я пою не как Клавдия Ивановна, хотя очень многие говорят, есть какие-то интонации, но я бы не хотела сравниваться с этой великой певицей. То, что пела Клавдия Ивановна, честь ей и хвала, и это все останется с ней. К 65-летию моя концертная программа под названием «Синий платочек» премьера состоялась в Большом зале, в Большом Светлановском зале Международного Московского дома музыки. И для меня это было знаковое событие. И в Петербурге здесь проходили концерты, и в других городах России также. И вот сейчас к 70-летию «Синий платочек» очень актуален. Но я написала очень много писем в разные инстанции, от министерства до администрации президента, потому что у меня есть очень хорошая идея. Клавдия Ивановна была награждена в 45-м году орденом Красного Знамени. Это, можно сказать, одна из немногих, а может быть, даже единственная певица, которая была награждена такой высокой военной наградой. И у нее также медаль за освобождение Ленинграда. И 9 мая Клавдия Ивановна пела на ступеньках. Сначала был концерт. Она дала три концерта 9 мая именно в Ленинграде. У Выборгского дворца сначала на ступеньках прошел концерт, и два концерта прошли в зале. И приходили ветераны, приходили солдаты с фронта, приходили блокадники ленинградцы. И поток желающих услышать ее пение в этот день, День Победы, в святой для нас праздник, был нескончаем. Следующая песня «Вальс о вальсе» была написана уже гораздо позже, после войны. И эта песня тоже посвящена нашей великой победе, и также она заняла свое достойное место в репертуаре Клавдии Ивановны и в моем репертуаре также. «Вальс о вальсе».
вальс устарел, говорит кое-кто, смеясь. Век усмотрел в нем отсталость и старость. Робок не смел, наплывает мой первый вальс. Почему не могу я забыть этот вальс? Твист и Чарльстон вы заполнили шар земной. Вальс оттеснен, без вины виноваты. Но затаен он всегда и везде со мной. И несет он меня, и качает меня, как туманной волной. Смеется вальс над всеми модами века. И с нами вновь танцует старая Вена. И Штраус где-то тут сидит, наверное. И кружкой в такт стучит, на нас не ворчит, не ворчит. Вальс воевал, он в шинели шел за пылем. Вальс напевал про манжурские сопки. Вальс навевал нам на фронте осенний сон. И как вдруг фронтовой не забудется он. Вальс у костра где-то снова в тайге сейчас. И ангара подпевает, волнуясь. И до утра с нами сосны танцуют вальс. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вальс. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс в ковбойке, а не во фраке. Давай за вальс поднимем наши флаги, и мы ему нальем, нальем и споем, и споем. Смел, наплывает мой первый вальс. Почему не могу, никогда не смогу я забыть этот вальс? Спаси Господи. Мне навеяло воспоминания детские. Эта песня. Я был еще маленьким, когда услышал. Я тоже причисляюсь к детям послевоенным, после военных лет. Вот я в своей деревне, отец заводил патефон, значит, вставлял туда иголку, и мы слушали пластинку шипящую, которую там, и слушали. Я воспитывался, можно сказать, на этих песнях. Все мелодии очень знакомы. И хорошие такие вот вызывают чувства. Да, очень много зрителей после концерта как раз говорят именно вот те слова, что сказали вы сейчас, что для многих это воспоминание детства, как родители с великим удовольствием слушали песни, исполняемые именно Клавдией Ивановной, и насколько она была популярна. Вы знаете, если вот чисто вот как певица и убрав все наши недостатки, я имею в виду ни в коем случае не зависть, нет. А я по-хорошему хочу сказать, что я по-хорошему завидую Клавдии Ивановне. Ну, в каком именно смысле? Что, вы знаете, когда она приезжала в тот или иной город, на маленькой буквально афишке писалось «Выступает Клавдия Ивановна». Адрес где и во сколько. И в зал было уже не войти.
Так люди любили ее поистине. Очень жалко, что, конечно, не все гладко было в ее судьбе. Дело в том, что в свое время, именно после войны, Хрущев очень не любил Клавдию Ивановну. И ее практически хотели как-то вот действительно забыть. Но людская память очень сильна, любовь велика к этой певице. И слава Богу, что Клавдия Ивановна действительно осталась и есть в нашей культуре. Потому что ведь это не только и «Синий платочек», и «Вальс о вальсе», и «Давай закурим». Но ведь огромное количество фокстротов, танго и вальсов она исполняла. И песни потрясающие красоты, именно музыка, я имею в виду. И вот поэтому я придумала действительно к 70-летию, вот мы будем отмечать 70-летие, это великий праздник для нашей страны, да, и для всей земли, потому что именно Россия остановила, Советский Союз остановили эту коричневую чуму, и мы спасли мир. И именно «Синий платочек» стал знаменем, поэтому к 70-летию я написала много писем и в администрацию президента, и в Министерство культуры, и нашему губернатору, и в управление культуры нашего города. Я писала везде о том, что бы я хотела. Я хотела, чтобы «Синий платочек» именно отметили, что он стал знаменем, и что творчество Клавдии Ивановны наряду так же, как и солдаты, которые шли в бой и побеждали, и именно что ее творчество стало тем символом, им помогало в борьбе с фашизмом. И сделав такое замечательное дело, что организовав такой огромнейший концерт из репертуара Клавдии Ивановны, мы бы почли память всех артистов, которые не вернулись во время войны. Они ведь точно так же погибали на поле боя. Очень много мы знаем, что погибли во время передвижения. Очень многие попадали в плен. И артисты были так же, как солдаты. Вы знаете, я училась в консерватории, когда у нас была профессор Максимова, и она всегда говорила: «Я заблудилась в лесу, собирая цветы». И таким образом по Ладоге они выезжали к солдатам на концерт. И Людмила Владимировна заблудилась, собирая цветы. И вы знаете, не успела на баржу. И когда она вернулась к пристани, она только увидела остатки от взрыва. Вся бригада, которая была, погибла. Это страшно. И артисты погибали точно так же, как солдаты. И 70 лет, я считаю, это именно та дата, когда мы должны вспоминать и говорить и о солдатах, да, и об артистах. Потому что духом силен, да, солдат. А дух – это как раз-таки и проповедь священника, и в то время пламенная речь замполита. И ведь мы же знаем, что даже Богородицы облетали вокруг Москвы, чтобы ее спасти. С иконой Богородицы. И в Петербурге тоже. И в Петербурге это делали. Это Казанская. Это самое главное, что в такое время как раз помнили и о Боге, и о людях, и поднимали дух. Да, и смогли это великая сила одержать победу. Это очень важно. Это показатель. И забывать. А сейчас, когда говорят о том, что уже и не мы победили, а кто-то другой, вы знаете, да, действительно, это ужасно. Я даже не думала, что я такое когда-то услышу. Но времена меняются, и надо помнить о том, что есть люди, которые не хотят, чтобы мы жили хорошо. Поэтому есть силы, которые не хотят, чтобы мы жили хорошо. Но когда человек об этом помнит и знает, у него всегда есть защита. Это вера. Спасибо, Господи. Я хочу тоже поделиться. Мне вот пришла на ум песня, пока слушал это все, ее написал Булат Акуджава. «Шла война к тому Берлину». Вот не слышали такую песню? Конечно, слышала. Послушаю с удовольствием. Не знаю, как она получится, но как получится. Шла война к тому Берлину. Шел боец на тот Берлин. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Матушка, не
плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Шел немедленно, не быстро, не жалел солдатских ног. Матушка ударил выстрел, покачнулся твой сынок. Матушка ударил выстрел, покачнулся твой сынок. Опрокинулся на спину и застыл среди осин. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Шла война к тому Берлину, шел боец на тот Берлин. Браво. Вот так вот. Искусство действует, да. Невозможно даже как бы без слез, это вот, без какого-то... Вот, это не может это оставить равнодушным. Я правильно? Более чем уверен, что бойцы плакали и во время ее концертов, Клавдии Ивановны, и что в них такое что-то вот самой глубины души, да, вот, что их на подвиг это все подвигало. Ну, о слезах я ничего не знаю, но я знаю, что ее песни... Она ведь пела о любви, у нее даже есть концерт, который она так и называла «Я пою о любви». Она просто пела о простых человеческих чувствах, о верности, о любви, о любви к родине. Да. И о том, что каждого солдата в тылу ждет его вторая половина, и что они верят и молятся в то, что Россия победит, страна наша выиграет эту войну, и отец, сын, брат вернутся с войны победителями и останутся живы. И ведь они их ждали любыми. Без ноги, без руки, неважно. Главное, чтобы только остался жив. Очень многие, конечно, не вернулись. Война была очень тяжелой. Но главное, что мы победили. И это очень важно для всех, для нас. И я сама... дочь солдата, который остался жив в этой войне. Мы очень поздние дети у родителей. И только лишь потому, что во время войны мама была работницей тыла и очень сильно заболела от недоедания, от простуды. А папа был ранен, и очень долго у него не заживала нога, ему даже хотели ампутировать. И он где-то почти к 60-м годам, они... Вот представляете, с 40-х годов, 45-го до почти 60-го года они лечились так долго, и потом вот вдруг однажды встретившись уже немолодыми людьми, и вот Господь им еще послал двух детей. Поэтому я знаю, что это такое, и у папы была медаль за отвагу. Правда, я маленькая ее где-то потеряла. Ну, Господь мне это простит. Но я это знаю, и мне очень приятно, что я... тоже чувствую ответственность на себе за то, что действительно, что нам нужно помнить наших ветеранов. Не в день победы и в день окончания блокады, а каждый день вспоминать их. И возрождение ретро-эстрады, которую сейчас действительно люди с удовольствием идут на концерты, это является тем примером, что я все делаю правильно. Спасибо, Господи. У меня родители тоже... ветераны, встретились на войне, вот, можно сказать, в окопах. Отец там у меня даже музыкальный создавал ансамбли в окопах. Это очень сильно действовало на фронте. Это было нужно, это было отдушено. Необходимо. К сожалению, наша передача уже заканчивается. Я, да,
хочу вас поблагодарить за то, что вот, за то, что вы это все делаете, за то, что сохраняете память, за то, что у вас еще не заснула душа. Вот. Сейчас это все очень нужно. Вот эти старые песни. А главное, мы об этом забыли. Я не слышу сейчас песен, которые бы могли так потрясти душу, как вот песни прошлых лет. Боже вам помощь, Боже благословение на вашу деятельность. Спасибо. Спасибо, что вы пришли. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. С нами была Галина Ясная и священник Анатолий Першин. Ангел-хранителя на всех ваших жизненных путях. До свидания.